Больше 40 лет прошло, а я слышу. Не целуйтесь, меня тошнит. Это пьяненький Лариосик Яншин. В те дни в него влюбилась вся театральная Москва в спектакле «Дни Турбиных». Потом мы с ним крепко подружились. Любила его слушать. Актер был редкостно талантливый, и слушать его было интересно. Рассказывал мне, как однажды на репетиции отказался следовать указанию Станиславского, потому что не согласился с его решением куска. Станиславский опешил, сказал: «Репетиция окончена», и вышел. Яншин испугался. Актеры на него накинулись, хотели отколотить. Яншин убежал домой, плакал, проклинал себя. Наутро его позвали к телефону. Яншин понял, его увольняют. К телефону подошел Константин Сергеевич и сказал: «Я долго думал, почему вы не захотели следовать моему указанию, в чем была моя ошибка, и понял, что вы были правы». Говоря это, Яншин заплакал. Заплакала и я от любви к Константину Сергеевичу. 75-й год.